На 45 из 50 маршрутов. Этих самых коротких. А у тебя сколько? 43 где-то, или 40. А? 40 где-то или 43. То есть мне еще 5 осталось, или это будет чуть больше. That really wasn't necessary. А ехать с жопой, это нашей головой? Угу. Ты этого что, чувака выцелил? Да. You destroyed it! У меня никакого задания не было, никакого цели не было. Я думаю, что ты в него палишь? Ну просто. Там это, знаешь, книгу святых? Угу. Я ее выполнял только что. I have a suicidal driver. Time for a hit by Bonnie Tyler. Причем в основном я задание там не брал. I am not picking up the repair bill. Это будет слишком легко. You fucking with more of the Deckers money? No, just the Deckers in general. Various fun ways to bring them crashing down. Блять. Well, I'm up for whatever. Блять, я не могу я говорить. Помоги мне! Че у тебя? Ой, блядь. Ты так же, как я, примагнитился к стенке, да? О, нормально. Я тебе говорю, у меня такое же было, когда мы это в кошки-мышки играли. Я просто притянулся к стене, а и все больше и больше. Я не могу ничего с ним сделать. Да харе. Не видишь, надо нам опять не угробить эту самую дуру. Или кто там сейчас у нас? Сзади. Блять! Блять! First up, crashing a few of the low-level Deckers computers. They live in this area. Yeah, try stopping those viruses from spreading. Что я лучше? Всем привет, специально. Вертуха где-то. Ага, ты всегда хочешь угробить всех быстрее. Машина серьезно повреждена. Я не удивлен! Oh, I'm sorry. I was busy figuring out a way to destroy an entire gang. This be easier without the Deckers. This is what. Замочил ты ее. Да чё я? Где я? Что? Почему я-то? Ну, потому что я-то не стрелял в нее сейчас. Я точно не знаю. Помоги! Чё опять? Да где ты сперла? Блять! Помогать мне. Блин, ничего!
Меня стрелять, пожалуйста, ты меня не шмаляешь. Такой усердный работничек. А скажите, пожалуйста, а почему я не удивлен? Да у меня вертолет говно дали, бракованная хуйня. У меня такой же вертолет. Да блин, у меня к каждому зданию, к каждому дереву притягивается. Летай выше. Ты чё, я тут высший пилотаж. Я совсем чуть выше тебя вообще. Её мочит. Я так наперед, вдруг там кто-нибудь появится. Угу. Я всегда так делаю. Блять, дерево. Блять, вот смотри. Мимо проводов ты ее больше мочишь, чем остальных. Чего? Я вообще, в принципе, да, я перед задницей. Лучше пока их мочим. Некогда думать остальные. Шаряхать ракетами, как может, или нет. Самое верное, если время так. О, мах, блин, заправка была? Да, заправка. Блять. Говно вертолет. Опять ты застреваешь, блин. Да это вертолет, блин, не может нормально лететь, блин. Смотри, что это такое? Всего лишь две остановки, а у нее меньше половины жизни. Вот что, за что ты творишь-то? Да, я прямо творю так много. Ну, блин, будто я. Да. Еще какие-то сомнения. Пока, чувак! Блин!
Тут даже я сейчас попал в нее. Чего? Даже я сейчас в нее попал. Как ты не хотел, а попал. Let's ship their stock of computers and parts to third world countries. No. Че, опять что ли? Сгорело. Ну сколько же можно? А че ты мне стреляешь-то? Я стреляю сейчас на вертолет, который был у тебя сзади. Я стрелял. Ты не умеешь, блин! Кто тебя учил летать? Где ты права купил? Я попал. Молодец, я тоже попал. Они ракеты выпили. А копы стоят и даже не смотрят. Парень, ты тронуть не прокатит. Чего? Вот ты пытаешься всегда со мной на уровне летать. Сюда будем зайти, ну что? Чего там? Куда ты меня засосал? Все, она в трубке. Че ты ее убил, да? Я ее не убил, я сейчас с пулемета стрелял. И даже не взорвал, ее добили просто. Ну конечно, все из-за тебя, блядь. Да, кто-то у нас мастер по ракетам, блядь. Кто-то у нас ракетами шмаляет, вообще что движется. Я стараюсь для команды, блядь. Как это он срет ракетами, блядь, как будто иди. Это никогда не кончится просто. Чего ты еще прикажешь стрелять кроме ракет? Да я сейчас сам нафиг вылезу нахер.
И всех руками перебьем. Встретим, вот это закончим. I'd like to do this in one piece. Here, try stopping those viruses from spreading. Okay, done here. Да блин, я не могу понять, как оно. Что-то мне не знаю. Ага, вот я уже видел только что. Буду свидетелем. Чего? Свидетелем чего? Твоих это. Мега. Не делай так! Ты заваливаешься на меня, но на меня спиной, короче, и меня, короче, да, потом меня нас разбрасывают еще потом, капец. Вот, прямая ракета, прямо в нее. Все, молодец. А вот и взрыв прямо на бензи колонки. А, блин. We fucking with more of the Deckers' money? No, знаешь, что у меня, блин? Все проходить эту миссию, у меня жопа болит. Ага, первым делом. Я весь хвост себе помял. Может, хватит уже, блин. Давай. Мы с этим никогда не закончим, с этими домами. Закончим. Кто-то стреляет не в тот вертолет. И кто же это? Чё, кто в кого? Кто чё в кого палит? Ничего не понятно. Oh, I'm sorry. I was busy figuring out a way to destroy an entire gang. Бля, сука. You ready? Yep, I'll bet. Все, ты нашел тебя занятие, да? Стакаться тут со мной. Отвали! Не видишь, я занят! Да, почти уничтожен. Теперь я сверху был. Вот видишь, это все ты. Я был над тобой прямо, я не мог в нее стрелять. Мог. Не мог. Мог. Не мог. Я пытался тебя. У меня даже есть пруф. Ага. Кто такой меткий? Кто такой меткий? Кто такой меткий? Это ты уже, да?
Ты успокойся! Приверженец анала прям. Все время ко мне сзади такой, подходишь. Решил скрестить меня, себя и дерево. Вот называется вертолет, которому страшно подлетать. А, я в стол помазался, дверь. Враги есть внизу! Займись ими! Вот этот вообще... Да сам бы ты гиль, будь ты... Стрелять и вниз, знаешь? Куда-то под меня подвязать! Как можно проходить эту миссию? Уже сколько? 15 минут, наверное, блин. Didn't you fill it up before this? Oh, I'm sorry. I was busy figuring out a way to destroy an entire gang. You ready? Yep, I'll bet. Это бесконечная миссия будет, я прямо чувствую это. Насколько я понимаю, надо заебать настолько, насколько это только возможно. Да хватит стрелять в нее! И стреляй в противника. Рванул. Сейчас еще полетят, короче. Я так чувствую, что нам просто капец. Кверх ногами, вау, рванул. Блин, все, ей капец точно. Меня к дому присосало, слышь? Примотало. Как хорошо, наконец-то я смогу пострелять. Ну что, до этого не мог? Давай хотя бы до пятой остановки дойдем. Посмотри, ты ей уже все жизни сбил. Да. Это конечно будет. Вот такие ракеты, конечно, не сбивают жизни вообще. Особенно интересно то, что я в основном пользуюсь пулеметом. Да куда же она едет-то? И без меня. Она горит. Она сгорела. И кто же ее поджег? Угадай, ты. Ага. А знаешь что, давай нахер от меня эту миссию. За своим огненным. Заколебала меня уже. Она просто раздражает уже. Потому что основное, что мы делаем, это ты врезаешь в меня. Иди ты нахрен! Ебаный усложнитель. Решил добавить хардкору? Да. Так давай вообще летать прямо над землей тогда. И посмотрим. Я сел, смотри, вообще. Гребаный автобус. First, crossing a few of the low-level Deckers computers. They live in this area.
Тебе там пидорасит по сторонам просто. Мне больше всего нравится, как тебя пидорасит по сторонам. Это была бы уже не та миссия, если бы не так. О, меня распидорасило тут. Ой, господи. Я даже подняться не могу. Я стригу дом, блин. Подожди, сейчас. You fill it up before this? Oh, I'm sorry. I was busy figuring out a way to destroy an entire gang. Я тоже столько раз слышал. Ты что там, расхерачил по полной? You ready? Yep, I'll bet. Куда исчез-то? Тут скажи еще сейчас фиолетовый экран. О, блин. Что происходит? My enemies don't last. Короче, походу я остался один здесь. Блин, я не справляюсь один. No one can handle my badness. Все, она не кончится, я так здесь и застряну. Эй, ты что там куда-то отошел? Господи, все. Миссия кончена. Двигаться некуда. Все, вот он, вечный двигатель. Короче, чуваки на этих тачках. Неисчерпаемое количество. There's plenty more fight me. Вот здесь надо было. Вот здесь надо было. Thank you.
Все кончено, непроходимая миссия на сегодня.